Всем привет, дорогие зрители! Нашел в Каркаджаке двухкомнатную квартирку дизайнерскую от наших дизайнеров. Я здесь уже снимал в этом проекте, так как инфраструктуру я не снял. Ссылка сверху, можете посмотреть всю инфраструктуру. Также с балкона я вам все сейчас объясню. Вот такая уютная квартира от наших дизайнеров в таком стиле. Вот здесь у нас санузел. Здесь 65 квадратных метров брутто, жилая площадь где-то 54 квадратных метров. Вот такая спальня в таком вот интерьере. Так, чтобы никто не видел. Так, вот в таком дизайне. Здесь у нас гостиная, совмещенная с кухней. В таком вот зеленом, сером цвете. Привет, девушка. Значит, здесь у нас кухня вот такая. Тоже бытовая техника Альпина и Алтус. Столешница у нас гранитовая. Такая квартирка. Выйдем мы на балкон. Ставлю бутыльку. Так. Квартира находится на высоком этаже этого проекта. Здесь во всех блоках есть крытая парковка. Расстояние до моря. Вот отсюда видно море. Лес, безмятежность. Тишина, спокойствие, как говорю. Вот море, горки, вот бассейн, горки, там у нас парк в той стороне, муниципалитет Алания установил большой парк. Здесь у нас крытый бассейн, отсюда даже видно сауна, хамам, римская парная, игровая зона, сверху здесь лобби, ну все присутствует. Айда здесь 230 лир. Вот такой вот проект, дорогие зрители. Это люксовый проект в Каркаджаке. Ну, Каркаджак считается элитным районом, здесь цены повыше. Но цена этой квартиры, сейчас скажу, цена этой квартиры 66 тысяч евро. Обращайтесь, пирожок. Все, что нужно, я сказал. Номер указан в описании, в профиле. Ставьте лайки, если понравилась вам эта квартира, этот проект. С вами был Агаси из солнечной Алании район Каркаджак. Всем пока-пока.